Здравствуйте! Сегодня мы предлагаем вам рецепт приготовления консервированных помидоров в банке. И для этого, конечно же, нам нужны помидоры. Мы отбираем цельные, без всякого брака, без трещин, плоды, да, чтобы они у нас хорошо смотрелись, красивые, чтобы они у нас смотрелись в банке и, собственно говоря, никаким образом не повредились. Да? Конечно же, нам нужны приправки. Это перец горошком черный, перец душистый, лавровый лист. Нам понадобится чесночок и несколько веточек зеленого укропа, ну, конечно же, сахар, соль и столовый 9% уксус. Итак, для маринада мы поставили водичку, да, и, конечно же, мы стерилизуем баночку. Итак, то есть сейчас мы с вами можем подготовить банку. Итак, то есть мы снимаем стерилизованную баночку и начинаем наполнять ее всевозможными пряностями. То есть на дно мы с вами кладем несколько веточек зеленого укропчика, именно зеленого. Если в коем случае у вас нет зеленого, то можно использовать, конечно, и зонтики. Ничего особо страшного нет. Он тоже хорошо подходит. Просто укладываем несколько веточек. Вот так вот. Также на дно мы отправляем 3-4 зубчика чесночка. Так. Вот таким образом. Также можно 3-4 горошинки душистого перца, несколько горошинок черного. Все это мы отправляем в нашу баночку. Несколько гвоздичек, ну и парочку листочков лаврового листа. Все это мы закладываем в нашу баночку. Вот таким вот образом. И, конечно же, наполняем баночку помидорчиками. Итак, заполняем нашу банку. Оп. Опа. Хорошо. У нас с вами закипела водичка. Очень хорошо. Сейчас мы с вами добавляем туда соль и сахар. Из расчета на литр воды 2 столовые ложки соли и полстакана сахарного песка. И 1 столовая ложка 9% столового уксуса. Так как мы рассчитываем, что в среднем, да, на 3-литровую баночку у нас идет где-то 1,5-2 литра маринада, так как помидорки не так плотно укладываются, как, допустим, огурцы, то есть мы поставили 2 литра водички. То есть сейчас мы закладываем сюда 4 столовые ложки соли. Так. 4 ложки соли. Почти. Залаживались, да, очень хорошо. Используем, конечно же, соль крупного помета, да. Так, и стакан сахара отправляем туда же. Все это размешиваем. Так. Когда у нас рассол закипит, точнее маринад, еще мы добавляем 2 столовые ложки уксуса. Пока ждем, когда закипит наш маринад. Итак, наш маринад с солью и сахаром закипел. Сейчас самое время добавить столовый уксус. Итак, 2 ложечки мы туда отправляем. 1. И 2. Все так же размешиваем. И сейчас мы будем заливать этим маринадом наши помидорки. Поближе. И аккуратненько начинаем заливать. В это же время мы, кстати, поставили водичку для крышечек. Не забываем. Да, и сейчас аккуратненько все это дело мы с вами проверим. Так, заполняем баночку маринадом. Кипящим маринадом обязательно. Вот так. Баночка у нас почти полная. Заливаем цель полностью, чтобы у нас помидорка даже самая высокая полностью была в маринаде. Вот таким образом. Достаем крышечку и закатываем баночку. Ну вот, нашу баночку мы закатали.
Она готова. Консервированные помидорки в 3-литровых баночках. Все. Приятного аппетита. До новых встреч.